Всем привет, ребят, с вами Гастер. Сегодня мы продолжаем кампанию ГСБ. В общем, сейчас, я уже не помню, мы смотрели это видео. Да, мы это видео смотрели. У нас есть задание Пентагон, как я и обещал, кстати. То, что мы начнем эту миссию сегодня проходить. Извините, что, кстати, хочу извиниться. У меня не было тогда курсора. Сейчас я его сделал. В общем, вот так. Все, идемте. Убиваем их, и наши каким-то образом сразу становятся золотыми. Ну, в общем, вот, если хотите, почитайте, на паузу поставите, вот я вот так вот проведу сейчас. Вот так. Если хотите, прочитайте. Так, инженеров введем. Так, ну нам одну сломают в любом случае. Падал. Один остался живой, да. Ну, бля, хомуха. Давай, все, сюда. Готово. Все нормально. Нам нужно починить Пентагон. Я знаю. Так. Высаживаем пехоту. Хреново. Все поняли. Ой, они прокачаны, вообще жесть. Так, что у нас по данным? Захват знаний, вот если хотите почитать, опять же. Вот так вот. На паузу поставьте, почитайте. Читать долго, не хочу затягивать. Так, наши прокачиваются. Врагов так еще и присылают, и присылают. Все, пока просто отбиваемся. Сейчас надо ракетчиков уничтожать. Побольше, побыстрее. Так, подкрепление это вот так. Всегда бесило то, что вот нелогично. Ну, хотя логично. То, что плохо они так сделали. Выезжают танки, прям под дом. Мне всегда это не нравилось. Аж вот так вот, да? Послушали все. Сейчас нам дадут гранатометчика. Мне нужен тот БТР, вот этот. Thank you.
такое у нас задание. И сейчас хочу, во-первых, прокачать эту машину до максимального ранга. И еще плюс починить. Это как дополнительное задание. Ну, как вы помните, я говорил то, что лучше всегда выполнять дополнительное задание. Так. Все. Уезжаем отсюда. Сейчас нам высветится дополнительное задание, это зачистка вот этих домов. Так. Вот, видите? Готово. И вот подкрепление, то, что я говорю. Всегда надо выполнять дополнительные задания. Ой, их тут не было. Или были? Я не помню. Так, вот этого надо починить. Это же мед. Да, это мед-контейнер. Во-первых, он медленнее едет из-за этого. Из-за того, что он поломанный. Во-вторых, быстрее его сломал. Сейчас я выполню дополнительное задание. Так, Пентагон еще такой вот. Бомбардировщики, которые так для вида сделаны, что типа атакуют. Ой, вот. Думаю. Готово. Надо починить. О, еще подкрепление. Видите, я же говорю. Так, это какой контейнер? Пожалуйста, информационный. Нет, это нет контейнера. Ну ладно. Все, поехали. Нас 11. Опа-на. А кто тут? Тут пехота. Не помню, когда они сели сюда. Ой-ой-ой. Так, быстро. Зачистка. Иначе будет все плохо. Тут надо вот машину ломать. Можно быстрее. Да, потеряно. Тут вообще сейчас много будет, то есть. Отлично. Уже легче? О, лазерная. Готово. Давайте абсолютно все сломаем. Если они полетят, то резко ломаем это. Все, они упали. Готово, все зачистили. Ой, ну это только первое место, там дальше попа начнется полнейшая. По всему побережью идут бои. Отбейте авиабазу в Лэнгли и получите поддержку с воздуха. Или же займитесь Хэмптон-Роуз. Нот высаживают там войска. Захватите базу и перекройте им снабжение. Им вы урежете подкрепление, а сами получите бронетранспортеры. Захватив обе базы, вы сможете заняться освобождением всего округа.
7 минут. Все нашли, все задания выполнили и все данные получены. Отлично. Так, он пройден. Пролог тоже пройден. Сейчас, короче, давайте выберем. А, я хочу, наверное, совершить диверсию на базе Форд. Давайте вот эту миссию. Интересная миссия очень. Она быстрая. Она реально быстрая. Но в этом весь прикол. Я не хочу долгую миссию. Там есть одна миссия, которая мне не нравится. Она долгая вообще. Нам в любом случае придется ее проходить. Вот 15 ГСБ, если хотите почитать. Вот так. Никогда не засаживайте пехоту, если рядом есть вот эти огнеметчики. Они просто выжгут. И все. Пам. Давайте посмотрим, что тут у нас. Быстрее. Ага. Куда вы камеру вводите? Информационный контейнер. Ага. Подрывники. Вот гады. Что у нас тут? Медицинский. Ага. Что тут по огнеметчикам есть? Нет, огнеметчиков нет, отлично. Он знает, кого убивать, он сам все сделает. Все, готово. Оп-оп-оп! Быстрее! Успеют, успеют, успеют! Успели! Мы успели. Вот самый такой жесткий момент уже. Бля! Чё за нафиг? Ой-ой-ой, блин. Использую только командос. А он умер. Блин. Ну окей, мы это задание уже не выполним. Такой фейл у нас небольшой. Ну, снайперами, можно снайперами идти, прям не бояться, что нас никто не раскроет. Можно в дом залезть и все. Ой, бля, я ошибался. Они не успеют попасть в любом случае по нам. Бам. Все готово. Сломали. Какой у нас радиус, интересно, доступный? Ага, вот максимум. Ну, нам надо выдвигаться в любом случае вперед. Тут огнеметчики, видите? Отлично. Нужно будет еще раз бить. Будем рядом.
Ладно, поехали. Вот это. Ой, хорошо. Давайте быстро сломаем. Блин, видите, у нас такой фейл сейчас такой большой. Больше танков нет. А снайперы хорошо с этими справятся. Но они выжигают из домов. Здесь нужно как можно быстрее. Удар. Все. Тут у нас такой фейл вышел. Тут у нас умер и все. Бля, вот это вообще капец. Очень слили, блин, обидно. Капец. Как-то. Ладно, давайте заново. На такой легкой миссии слиться вообще. Такой позор. Жесть. Ладно, давайте еще раз. Так, все, поехали. Опа, и обратно бежать. Так, мы там видели, что происходит? Ну, бомбардировщики. Эй, алло, не надо пускать. Поиск контейнеров, если хотите почитать, кстати. Дратуки. Вот в этот контейнер надо выстрелить. Что такое? Понял. Все готово. Все, теперь можем выполнять это задание. Я знаю, как надо. Тогда тупо как-то слились. Странно было. Так, контейнер какой? Медицинский. Ладно, тоже нормально. Сейчас будем находить информационные и будем... Аллах Акбар. Понятно. Так, отлично. Ой, хрена их тут. Где еще контейнер есть? Это вот какой контейнер? А, там медицинский вроде бы был. Чего?
Все, я отходил. Вот какой-то контейнер, кстати. Сквозь дом. О, ребят, отлично. Все, значит, мы можем сами лечиться. Самохил. Самохил. Ну, во-первых, он сейчас мощнее стал. Прилетели Аллаху Акбар к вам. Приезжайте сюда, уроды. Он хорошо мотоцикл разбирает. Ну, нормальный такой. Not bad. Смотрите. Сделаем вот так. Ждем его. Бам. Все. ГГВП. Быстрее. Взрываем. Отлично. Все. Выполнили задание. Давайте подорвем абсолютно все. Типа мы прям реально такую зачистку прям устроили. Как вы видите, это легко пройти, только обидно было то, что мы умерли. В полете такой. Взрыв. Все, готово. Победа! Победа! Пять минут четыре секунды. Все готово. Все готово. И все готово. Ну, ребят, пожалуй, на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. На следующей серии уже продолжим прохождение. Это будет авиабаза Лэнгли. В общем, все. Всем спасибо. Всем пока.